хочешь, пришивая мне на платье желтую звезду. Вот такое украшение надо бы щенку на шею, я его сейчас же приведу. А куда уводят наших? Может, там совсем не страшно? Может, там игрушки и еда? Мне сказал какой-то дядя сквозь очки в бумажку глядя, что на завтра нас возьмут туда. Посмотри, какая прелесть! Вот оркестр играет фрейлихс. Отчего так много здесь людей? Мама, ну скажи мне, мама, кто тут вырыл эту яму и зачем нас ставят перед ней? Что ты плачешь, ты не видишь, их язык похож на идиш, но почему все пьяные с утра? Может быть, в войну играют, раз хлопушками стреляют, мама, это вовсе не игра. Мама, отчего ты плачешь, мама, отчего ты плачешь?